В этом году на территории Подмосковья планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов многоквартирных домов. Вопросы, связанные с реализацией губернаторской программы, обсудили в Люберцах на выездном заседании Комитета Московской областной думы. В 2016 году Люберецкий район вошел в пилотный проект губернаторской программы софинансирования ремонта подъездов многоквартирных домов. По словам Владимира Ружицкого, такая работа на территории муниципалитета проводится постоянно. В прошлом году было отремонтировано 753 подъезда. В этом году стоит задача увеличить эту цифру до 1300. У нас сегодня есть и некие образцы для подражания, и у нас сегодня есть многие достаточно хорошие дома, ухоженные, особенно где есть консьерж-сервис. Там, я могу сказать, на самом деле все и благоухает, все на уровне приличном. Вот мы туда должны стремиться. Итоги реализации губернаторской программы в 2016 году и задачи, поставленные на текущий 2017, обсудили на расширенном выездном заседании Комитета Московской областной думы. В нем приняли участие представители из Министерства ЖКХ Московской области, Государственной жилищной инспекции, Общественной палаты, а также управляющих компаний и органов местного самоуправления. Губернатор поставил задачу, в том числе и Московской областной думе, чтобы вся нормативно-правовая база в этом плане была готова и был общественный контроль и так дальше. Эта тема приоритетная, и с 2017 года начнется полным ходом ее реализация. Всего в Московской области более 150 тысяч подъездов. Половина из них требует ремонта. Региональная программа позволит привести их в нормативное состояние в течение 3 лет. Только в 2017 году в рамках реализации проекта планируется отремонтировать 32 тысячи подъездов. Перечнем работ предусмотрено восстановление плиточного покрытия полов, покраска потолков и стен, замена осветительных приборов, а также ремонт входной группы, мусоропроводов и оконных блоков. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 2 миллиардов рублей. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.